И, наконец, сегодня были озвучены причины, по которым не был прерван бой Дениса Лебедева с панамцем Гильермо Джонсом за чемпионский пояс WBA. Обратить внимание на реальную угрозу жизни боксера штабу Лебедева, по словам менеджера Владимира Хрюнова, помешали захлестнувшие эмоции. Лебедев вел по очкам, но в результате проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.